Ставрополье – огромный живописный край. Здесь соседствуют южные степи и величественные Кавказские горы, бескрайние поля и леса. Наши курорты – Пятигорский, Славодский, Сентуки и Железноводск – получили мировое признание. Тут созданы все условия для лечения и отдыха. Совсем скоро с уникальными уголками Ставрополья смогут познакомиться жители Оренбурга и Владикавказа. Программа «Своего ТВ. Поехали на курорт» начнет вещать в двух новых регионах. Мы попытались сделать таким образом, чтобы программа «Поехали на курорт» стала больше похожа, наверное, на фильм «Индиана Джонс», где мы все время ищем какие-нибудь интересные заброшенные города, какие-нибудь артефакты, интересные места, которые были в крае, которые представляют огромный интерес для туризма. Удивят новых зрителей и ведущие программы Анна и Дэвид. Это необычная пара, которая постоянно экспериментирует. У нас в Кодивале сейчас плюс 30. Да ладно тебе, сейчас согреешься. Да я тебе гарантирую. Мы пойдем в тепло? Нет, мы пойдем на гору. Мы через Дэвида показываем, опять же, наш Ставропольский край. То есть, в принципе, через его глаза каждый телезритель может проделать то же самое по каким-то определенным местам. Но ему на самом деле очень нравится. Главное только, чтобы он не сбежал от нас, потому что это каждый раз там в 4 утра выезжать и так далее. То мы его в озеро куда-то, то он на гору каждый раз лезет. Ну, главное, что у него глаза горят, ему нравится. Зрители своего ТВ также увидят программы из Владикавказа и Оренбурга. «Хочу в Аланию» и «Маленькие истории большой степи». Культура, ландшафт, история и неповторимая национальная кухня двух разных регионов. Это путешествие обещает быть увлекательным. Яна Лукошкина, Ставропольское телевидение.